мы тоже сможем влиять на наших детей. Папа, поиграем мяч? Не сейчас, дорогой. Позже. Спасибо. Я хочу играть каждый день. Прыжок, бросок в корзину. Не оставляй его со Скилзом. Пойдем, чемпион, я тебя умою. Как твои успехи? Потихоньку. Сначала плохо, потом хорошо. Это замечательно, что нам не надо беспокоиться о деньгах. Но я должен понять, что могу делать. Так не может продолжаться вечно. Это ничего. Тебе одной тяжело? Помнишь того парня Квентина? Он ушел с урока, когда я пригрозила ему двойкой, представляешь? Потом я узнаю, что его выгнали из команды. Ты не виновата? Да, но я учитель, я должна защищать этих ребят, а не избавляться от них. Я пыталась с ним поговорить, но он и слушать не хочет. Вот если бы с ним поговорил авторитетный человек. И слушать не желаю. Пожалуйста. Я не могу читать ему морали. Для этих ребят ты словно бог, и ты не учитель. Ты в силах помочь? Он тебя послушает. Хорошо, я подумаю. Спасибо. Не за что. Одним хорошим днем станет больше. Думаешь? Да. А что будет на ужин?